Всем привет! Сегодня я решил записать видео для подписчиков, чтобы рассказать о новостях и о планах по каналу. Последнее время не выходили видосы. Это было связано с тем, что я был в командировке и возможности записывать видео там не было. Вот, но теперь я вернулся. И пока я был в командировке, я времени зря не терял. Я заказал кучу разных электронных модулей на Алиэкспрессе, на eBay. Там и процессорные модули, и куча разных всяких дисплеев, и матричные, светодиодные, и текстовые, и графические, и OLED-дисплеи с разными интерфейсами они. Вот. Также кучу всяких сенсоров и кучу всяких интерфейсных модулей от радио, Wi-Fi до Ethernet. Вот, сейчас это все начинает потихонечку приходить. Сегодня я забрал две посылки первые, вечером сделаю распаковку. Вот, и все эти модули мы будем подключать к процессорам, к микроконтроллерам. Пока что я выбрал в качестве платформы две. Это Atmel AVR и STM32. AVR как самые доступные и простые, доступные начинающим. А STM32 как такой достаточно актуальный, современный микроконтроллер 32-разрядный ARM. Вот. Ну, по ходу прихода этих модулей, их порядка 30 или 35 посылок, постепенно будут выходить видосы, где мы будем подключать к микроконтроллерам эти модули. И все исходники, естественно, я буду выкладывать. По поводу исходников еще отдельно расскажу, как они в каком виде будут лежать. Вот, возможно, у вас есть какие-то модули, которые вы заказывали, например, на Алиэкспрессе, но не смогли с ними разобраться. Либо, может быть, есть модули, которые вы хотели заказать, но не заказали, но интересно было бы посмотреть. Если такие модули у вас есть на примете, пишите. Присылайте ссылки, я обязательно закажу, и вместе разберемся, как с ними работать, и подключим. Вот такие новости. Так что скоро ждите много-много видосов. Еще буду дополнительные дозаказы делать, пока еще не знаю что. Ну, на примете есть несколько еще вариантов. Но от вас также, если получу какие-то варианты, тоже обязательно закажу. Поэтому вот такие новости. Всем пока. Счастливо.